Певица София Ротару может использовать смертельно опасную маску из силикона, чтобы скрыть старое лицо. Такую версию выдвинули желтые СМИ. Журналисты, специализирующиеся на звездах, задались вопросом, почему Ротару не выглядит жертвой пластических хирургов, в отличие от многих более молодых представительниц сцены. Это навело папарацци и блогеров на мысль, что знаменитая певица пользуется силиконовой маской, под которой скрывает свое настоящее старое лицо. Как пишет издание «Тайны звезд», нанесение такой маски вместе с другими средствами занимает около 5 часов, и именно столько якобы гримируется Ротару перед концертами. Технология заключается в наложении силиконовых элементов, их выравнивании и нанесении поверх основной части грима. Однако, если верить изданию, подобные маски чрезвычайно опасны для возрастного человека. Силикон не пропускает воздух и не позволяет коже дышать, в результате чего у звезды могут возникнуть проблемы с давлением. Именно с таким секретом молодости СМИ связывают проблемы Ротару на концерте в Уфе в 2018 году, когда-то потеряла сознание за кулисами. Представители Ротару называют публикацией о ее маске бредом. Концертный директор певицы Сергей Лавров утверждает, что все секреты ее вечной молодости заключаются в уходе за собой и правильном питании. Чтобы хорошо выглядеть, Ротару перед гастролями подолгу гуляет, избегает мяса, сладкого и любимой жареной картошки. Вместо этого основу ее рациона составляет растительная пища, цитирует Лаврова КП. Ранее пластические хирурги высоко оценили работу коллег и косметологов над внешностью Ротару. По мнению врачей, об этом свидетельствует выразительная мимика певицы, нехарактерная для перекачанных уколами красоты знаменитостей. Стоимость процедур, сделанных Ротару ради омоложения, специалисты оценили в 1 000 000 рублей.